Одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали на счету сборной Дагестана под руководством тренера Алхазура Эльмурзаева на чемпионате России по тяжелой атлетике. Он прошел в городе Грозном, в спорткомплексе «Олимпийск». Без малого 200 тяжелоатлетов боролись за 15 комплектов наград. Нашим спортсменам завоевывать медали было непросто, ведь соревновались лучшие из лучших. Так кому в итоге это удалось, расскажет наш корреспондент Дан Шубом. Виктория Семенова уже и не припомнит, какая это по счету завоеванная серебряная медаль чемпионата страны. Мастер спорта международного класса, тяжелой атлетики уже 15 лет. В активе девушки есть еще золотые и бронзовые награды. Результат выступления Виктории в весовой категории до 75 килограммов пошел впервые двойным зачетом. Как всегда, Красноярску и теперь впервые Дагестану. Дагестан испытывает теплые чувства, поэтому как бы очень нравится эта республика. И поэтому как бы вот заключили такой договор, решили, что будет двойной зачет. Красноярский край, Дагестан. Для меня будет честь выступать на дагестанской земле, сзади Дагестан. Бояться я точно не буду, потому что я уже неоднократно провожу сборы в республике Дагестан. Смогла улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом Саида Мирзабегова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова. Призеры чемпионата страны последних 2 лет, однако этого для призового места не хватило. Мирзабеговой пришлось довольствоваться лишь 5-м местом. Череда травм не позволила подняться на пьедестал и победителю молодежного первенства Европы 2013 года Рамазану Расулову, весит до 94 килограммов. Рамазан Расулов – это главная наша надежда, как говорится. Здесь неудачно выступил из-за того, что был травмирован и не успел восстановиться. В целом, выступлением атлетов на чемпионате страны тренерский штаб сборной Дагестана, кажется, остался доволен. Ведь спортсменам удалось завоевать 5 наград различной пробы. 1 золотую медаль, 3 серебряные и 1 бронзовую. Что можно сказать по выступлению дагестанской команды? Я лично их выступлением удовлетворен. У нас 5 медалей первенства. И если судить допустим, уровне тяжелой атлетики других регионов и Дагестана, мы вполне конкурентоспособны. Соревнования, она так и бывает. Где-то радуешься, где-то и огорчаешься. Для меня это первый чемпионат России, будучи президентом Федерации тяжелой атлетики Дагестана. Ну, радует, что есть ребята, которые подают очень большие надежды. Это самое главное. Вы знаете, значит, у нас уже 3 серебряных призера, и Бараганов Арсен завоевал золотую медаль в рывке. Чемпионат страны еще раз показал потенциал тяжелоатлетов Дагестана. И вполне возможно, раскроют его они в следующем году, если он пройдет в Махачкале. Дан Шугом, Рустам Алибегов. Время новостей. Грозный.